Общественного активиста Ильдара Дадина, который всего 2 недели назад был освобожден из колонии, сегодня вновь задержала полиция. Это произошло во время одиночного пикета. После выхода из отдела полиции активист заявил, что и дальше намерен принимать участие в протестных акциях. Если я не буду показывать, что в России должен в первую очередь действовать принцип верховенства права и верховенства закона, который эти права гарантирует и обеспечивает, то, по сути, я уже сломался перед фашистским преступным режимом путинским. И показываю, что да, я слуга, я не хозяин. Дадин принимал участие в одиночном пикете у здания Федеральной службы исполнения наказаний. Он протестовал против пыток, которые, как он утверждает, устраивают сотрудники колонии Республики Карелия. Через несколько минут после начала акции к нему подошли полицейские и отвезли в отделение, как они заявили, для установления личности. Когда супруга Дадина привезла в отделение паспорт активиста, его отпустили. Напомню, Дадин стал первым гражданином России, которого осудили по статье о многократных нарушениях во время митингов. Он провел несколько месяцев в колонии в Карелии, где подвергся пыткам. После этого его перевели в исправительное учреждение в Алтайском крае. В феврале Верховный суд России отменил приговор Дадину, и активист вышел на свободу.